Ой, какая девочка будет красивая. Макай там еще желтеньким вот здесь уголочек, видишь, надо. Вот, и там. Кисточку переверни. Вот. Вот тут еще чуть-чуть уголочек макни там. Ручкой поддерживай себе красочку. Так. Вот здесь еще уголочек покрась. О, платье шикарное, желтое, да, какое? Теперь давай я тебе кисточку помою. Ты красненькую макнешь, да? Волосики, только аккуратненько. Личико не разрисовывай. Волосики вот так, и с другой стороны. А вот здесь, вот, смотри, еще волосики, видишь, немножечко. Вот, какой ты молодец. Ну, немножечко, ничего страшного. Все? Готово. Все? Готово? Да. Так, что теперь еще мы ей разрисуем? Вот тут кофточку надо, да? Да. Еще там красный есть. Ну, давай еще красный. Какая девочка красивая. Принцесса. Да? Все. Все? Теперь вот фею нужно разрисовать. Ты ей лицо все подряд, что ли? А что, ты все красным ей? Давай другим каким-то цветом. Давай. Ой. Так, каким мы ей цветом сделаем? Фиолетовым. Давай, платьечко ей разрисовывай. Ручки. Маша, ручки. Лицо не надо. Только платьице вот здесь. И шляпку, да? Вот смотри, видишь, на картинке у тебя синенько. Давай, Мака, еще и вот это платьечко разрисовывай. Так, старайся аккуратно. А вот это платье, что ты не разрисовываешь? Макни еще, видишь, там ничего нет уже. Платьице разрисовывай. Кисточка, так вообще не работает, сынок. Кисточка нужна вот так. Давайте покажу как. Мам. Вот так, в одну сторону. Еще надо макнуть. Только держи ручкой краски. Помогай себе. Вот. Ну ты меня, Малевич. Чего ты? Не расстраиваешься? Я не расстраиваюсь. Очень а? Даже красиво получается. Все? Нет. Еще? Еще одна ручка, да, осталась? Нет. Не, вот это, вот это, вот, смотри, ручка. А палочку? Ну, палочку. Уже палочки не видно. Ты зарисовал палочку. Ну ладно, давай, давай, ручку ей дорисуй. Держи ручкой краску, помогай себе. Так. Вот это белое зарисуй, его. Может, теперь перевернем страничку? Нет. Найдем там неразрисованную картинку. Белую. Нет. Ну, мы же здесь уже закончили, все красиво. Нет, лицо. Оранжевый кролик у нас. О, вот это да. Я думаю, кролику нравится быть оранжевым, да? Кролику повезло, так повезло быть оранжевым. Какой красивый яркий цвет, да? Держи красочку ручками. Когда набираешь красочку на кисточку, держи ее ручками, баночку. О, поддерживай, да. О. Чтобы она не переворачивалась. Вот так, о. Морковный кролик такой, да, получился? Морковки объелся и стал оранжевым. Да, сынуль?